В минувшую пятницу в украинском Придунавье с однодневным рабочим визитом побывал министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак. В ходе визита министр ознакомился с работой Ренийского морского торгового порта, а затем вертолетом высокопоставленный гость прибыл в Измаил. В нашем городе он также побывал в порту, где посетил все погрузрайоны. В ходе общения с представителями городских масс-медиа Максим Бурбак ответил на вопросы. Так, на вопрос, имеется ли у Измаильского порта будущее, министр ответил, что безусловно да. Министерство намерено восстанавливать грузоперевозки по рекам, и в этом плане уже намечаются позитивные сдвиги. 19 июня в Измаил уже приезжали зернотрейдеры договариваться о перевалке зерна. Ведомство собирается разработать транспортную концепцию для всего государства. Этот вопрос уже обсуждался с Мировым банком, Европейским банком реконструкции и развития, с потенциальными инвесторами. Зарубежные партнеры готовы ее финансировать. Речь идет о 3 миллиардов долларов. Сейчас ведутся переговоры относительно дноуглубительных работ на украинском участке реки. После встречи с журналистами транспортный министр провел встречи с руководителями Измаильского порта и Измаильского филиала администрации морских портов Украины. Завершился краткосрочный визит в Измаил, встречи высокопоставленного чиновника с представителями трудового коллектива Дунайского пароходства. Главной темой обсуждения на ней были вопросы, связанные с назначением нового руководителя судоходной компании. Министр пообещал, что оно произойдет уже на этой неделе. Судя по тону заявления, это будет не местный человек. Игорь Огнев, студия «Курьер».